19 июня, в разгаре первый летний месяц. Однако погода в столице Татарстана отнюдь не летняя. Жители города, которые уже перешли на футболки и шорты, достали из своих шкафов кофты и куртки, ведь мерзнуть никто не хочет. Почему же теплая погода никак не настанет? Конечно, всему виной циркуляция. Действительно, вопреки прогнозам, у нас первая половина июня выдалась аномально холодной. Средняя температура первой половины 16,2 градуса, в то время как в норме она должна быть примерно на 1 градус выше. Причина холодов в том, что мы оказались на периферии антициклона, поэтому к нам поступают воздушные массы с акватории северных морей, отчего и появляется пронзающий ветер. Так, в ближайшие дни температурный фон прогнозируется с аномалией на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Как оказалось, это уже не первый антиклиматический циклон, который формирует такой характер погоды. Мы уже стали привыкать к тому, что у нас осадков практически не наблюдается. Действительно, выпало всего 7 мм осадков. И в ближайшие дни также в корне характер процесса по температуре не поменяется. Однако с прохождением атмосферных фронтов уже завтра прогнозируются осадки. Также осадки прогнозируются в четверг. И говоря о конце недели, стоит отметить, что температура начнет приходить в климатическую норму. Таким образом, уже к воскресенью мы ждем, что столбики термометра поднимутся до привычных температур для этого периода года, а это среднесуточная температура около 18-19 градусов. Стоит отметить, что летняя жара характерна для нашей полосы, и в скором времени настоящая жаркая погода появится в городе. Но когда это произойдет, точно сказать никто не может. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.